Всем привет! Сегодня у нас обзор на литровку Изи. Вот наша Изи. Литр. Литровка в ГМе обошлась в 500 рублей. Это, в принципе, за литр довольно хорошо. За 500 рублей у нас литр краски. Здесь у нас защита от нажатия. Следующее у нас идет кэп. Вот. Розафет. Он мне немножко поюзан, потому что я просто за кадром тестил. Получается, тут у нас мама клапан. Отходят все кэпы. Переходники не нужны. Тут розафет подойти может. Может фэт скин. Может банана скин. И так далее. Вот каллиграфия может подойти. Цвет я взял хром. Там вроде 3 банки оставалось в гейме. Я решил взять хром, то есть потестить, типа на флопы взять. Вот. И получается изи. Это довольно хорошая краска. Потому что литр обходится в 500 рублей. Вот, например, на 1500 можно закупить несколько банок, то есть можно взять черный литр, хром литр и литр белый. Но белую лучше брать на 400 мл, если заливку белым делать не будете. Получается у нас вот так ведет себя на пластике. Вот так вот. У меня вот здесь просто маленькие кусочки грязи были, они не оттираются, я их просто раскрепусь. Вот так идет на пластике, а вот так вот на металле. Это металлическая штука. Ну, то есть, она почти не блестит. Но если лаком покрыло бы, ну, прям смотри. А для металла я еще советую вот лаком заливать, что лаком будет лучше залить. Потому что бликовать сильно не будет. Ну, на этом наш обзор подходит к концу. И хотелось что еще сказать. На YouTube-канале, вот, который у меня английский, у меня получается сейчас такая проблема с переводом, что я не каждое видео выкладываю, которое я выкладываю на основной канал. Так что, когда он набирается 100 подписчиков, я уже более-менее начну выкладывать с хорошим переводом. Просто у меня пока нету времени. Так что, получается вот так. Ладно, всем спасибо за просмотр. Краска Изи очень хорошая, советую брать. Возможно, где-то 25-го выйдет видео, как я буду красить. Но 25-го, потому что я уезжаю надолго. И получается, я там уеду на базу отдыха. И получается, я там сниму для вас видео. Так что, когда я буду пропускать, например, тайминги по видео, так что вы не переживайте, я просто еду в поезде, там, как знаете, Wi-Fi нету. Так что, всем пока и до новых встреч.